Согласно новому указу номер 361, на границе импортер платит НДС сразу, но рассчитывать на его вычет из налоговой базы сможет только через 90 дней. Кроме этого, на предмет отсрочки в новом нормативном акте предусмотрен один нюанс. Отсрочка распространяется на сумму ввозного НДС, который взимается таможенными и налоговыми органами при импорте товаров, которые в дальнейшем будут реализовываться на территории Республики Беларусь в неизменном состоянии. Отсчет 90-дневного срока начинается с даты выпуска товара в соответствии с заявленной таможенной процедурой, либо с даты принятия товаров к учету. Плюс ко всему, использование простых операций по фасовке, упаковке и переупаковке товара не освобождает импортера от обязанности принимать к вычету уплаченный при ввозе НДС по новым правилам. Если в течение 90 календарных дней с даты выпуска ввезенные товары будут использованы плательщиком, производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, либо приняты к учету в качестве основных средств, вычет сумм НДС, уплаченных при ввозе таких товаров, производится в порядке, установленном налоговым кодексом, в том отчетном периоде, в котором ввезенные товары направлены на указанные цели. Однако совсем недавно указ номер 361 был дополнен еще одним нормативным актом. 18 сентября президент Республики Беларусь подписал указ номер 453, который освобождает группу импортируемых в Беларусь товаров топливно-энергетического комплекса от 90-дневной отсрочки на вычет ввозного НДС.